Всем привет! В эфире «Универ News», а в студии Энджи Минибаева. В императорском зале Казанского федерального университета состоялась церемония вручения дипломов MBA. В этом году их получили 82 слушателя. Мероприятие прошло при участии ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова, председателя итоговой аттестационной комиссии программы MBA Валерия Сорокина, директора Высшей школы бизнеса Алсу Ахметшиной и других. Сегодня Высшая школа – это состоявшаяся организация, которая аккредитована сегодня международных различных агентствах. Но главным, как бы, является, конечно же, АМБА. И вы сегодня также будете получать и диплом MBA Казанского федерального университета, и сертификат АМБА. Высшая школа бизнеса – это универсальная площадка, которая отвечает вызовам времени, готовит успешных, эффективных менеджеров по программам MBA. Школа соответствует высоким стандартам и требованиям, предъявляемым бизнесом образованию. С 2017 года в школе создан и функционирует Международный попечительский совет. Позвольте поздравить нас всех с очередным 24-м выпуском на программе MBA. Этот выпуск составляет 82 человека. Это самый многочисленный выпуск со дня создания программы в 2000 году. А общее количество выпускников программы MBA составило 1106 человек. В завершении мероприятия выпускники MBA выступили с ответным словом, в котором поблагодарили Высшую школу бизнеса Казанского федерального университета и всех партнеров программы за приобретенный опыт и знания. Елизавета Никитина, Ленардо Влетьяров, Универньюз.